Для профилактики коронавируса на избирательных участках округ закупил более 1 000 000 масок, 1 000 000 пар перчаток и 42 тонны антисептика. Чтобы было понятнее, это около 300 стандартных ванн обеззараживающих средств. Отмечу, ими можно обрабатывать руки и поверхности. Посылки с защитными средствами отправили во все муниципалитеты региона. Все избирательные участки в округе оборудуют в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Так, на входе югорчанам будут измерять температуру, выдавать защитные маски, перчатки и одноразовые ручки. Наблюдатели и члены комиссии также получат средства индивидуальной защиты. Напомню, в регионе откроют 714 участков для голосования. Смотрите, это коврик, который стелится на вход. Из-за того, что расстояние у него там метр, его не перешагнуть. То есть в любом случае в проходе участник голосования на него наступит. Данный коврик пропитывается специальным средством, которое позволяет, предотвращает распространение бактерий, вирусов, ну и другой разной заразы. Вот. Таким образом мы защищаем каждый вход на избирательный участок. Причем, как вы видите, неважно, мы это можем использовать как на улице, так и в помещении. Он универсальный.